Первая домашняя игра и вполне ожидаемый результат. Тем более за Нижним преимущество в 13 очков. В первые минуты матча кажется, что победа за черно-белыми. На паркете сильный стартовый состав. Бабурин, Браун, Уиллис и Льюис. Открывает счет Алек Браун. После трехочковой забрасывает Шавон Льюис. За первые 10 минут игры он принес команде 13 очков. Льюис же и становится самым результативным игроком БКНН в этом матче. Приносит команде 24 очка. Эта игра очень тяжелая для нас. Мы знали, что Легия вернется, настроится на игру и постарается разобрать нас еще лучше. Были моменты, когда мы упускали игру из своих рук. Допускали ошибки, постараемся не повторять их в будущем. Первая четверть заканчивается со счетом 29-20. Нижний впереди. В начале второй четверти преимущество по-прежнему за черно-белыми. Над кольцом соперников мощно орудуют Брэндон Браун и Даррелл Уиллис. Затем в игре черно-белых происходит сбой. Включаются Филипп Матчик и Исаак Соса. Они же и Ромарик Белемине выводят команду вперед. Нижний молчит в атаке, и легионеры берут игру на себя. На большой перерыв команда уходит со счетом 38-41. В третьей четверти черно-белые отыгрываются. Льюис делает передачу Брауну и мяч в кольце благодаря Уиллису. Затем отличный данк от Шавона Льюиса. Счет 46-44. Тайм-аут. Зоран Лукич дает указания спортсменам. Преимущество черно-белых растет. До конца третьей четверти остаются секунды и блестящий бросок от Стрибкова. К началу заключительной четверти счет 64-54. Легионеры подбираются к кольцу, но не попадают. Настрой у соперников боевой, но допускают ошибки, как, впрочем, и черно-белые. На паркет выходит Стрибков. С его передачи мяч забрасывает Остапкович. Конец игры. На табло заключительный счет 78-63. Нижний одерживает победу над Легией и выходит в Лигу чемпионов. Поздравляю Нижний Новгород с победой. Это была хорошая игра. Какие-то четверти нам удались, какие-то нет. Это очень полезный еврокубковый опыт. Впервые за 50 лет. Очень понравился ваш город. Спасибо за игру. Поздравления Зорану Лукичу. Я очень доволен своей командой. Действительно, я уже знаю, что-то там должно менять. Сейчас идет период очень важной игры в ВТБ. Поэтому я надеюсь, что успеем сделать эти коррекции, как бы, если нужно, мы можем. Что касается игры команды, я очень люблю. Сейчас БК Нижний Новгород готовится к следующей игре. Впереди домашняя встреча с Пармой. Матч единой лиги ВТБ пройдет 5 октября в КРК Нагорной. Мы продолжим болеть за Нижний. Дарья Кульбакина, Алексей Звелов. Время новостей.